никогда не забуду, как я первый раз вышел на эту сцену. Когда я смотрел с экрана, мне показалось, что этот проект очень теплый и душевный. Вся эта атмосфера и ведущие, и участники. И сейчас я понимаю, что я не ошибся. Вы проходите. Вот когда Игорь сказал о том, что я сначала не очень верил, а сейчас я в тебя поверил, вот этого никогда не забуду. Найнесподіваніше відкриття другого сезону. Владислав Курасов. Ты чувствуешь себя очень нужным. Курасов! О-о! Влад Курасов! О-о! Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Все как сначала. Ты в лучшем настроении уже? Да. Значит, смотри, нереально светлая песня. Это гимн группе Beatles. Я понимаю, что это еще не все, что я приехал сюда дойти до конца. Ну, я не говорю о победе, просто дойти до конца. А сейчас в моей голове это не конец, это вот многоточие. Ему нельзя расклеиваться сейчас. Нельзя расклеиваться, нельзя ни на минуточку сомневаться в том, что он достоин, что он может. Это главное. Если я расклеюсь сейчас, то я расклеюсь и в жизни. Я понимаю, какой. Мне импонирует то, что он делает. То есть это мне близко. Я могу быть разным. И я хочу это доказать и показать. Я увидел эту историю. У меня есть своя история. Это про Влада Курасова или нет? Про меня. Все? Все песни про тебя? Це повинно відбутися так от, як удар, як постріл. Наверное, это самая тяжелая песня, которую мне нужно было исполнять на X-Factor. Это песня человека, с которым случилось очень большое горе. То, из-за чего не хочется жить, не хочется, вообще не хочется, ничего не хочется. Но что-то свыше, кто-то свыше говорит тебе, что все так, как есть. Ничего не изменишь, и нужно жить. Владислав Курасов. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. Thank you.
there is still a light which shines on me. Shine until tomorrow. Let it be. Владе, я слухала тебе, немов зачарована. І не лише я, правда ж? Стільки різних відчуттів, емоцій, переживань вирувало у душі, коли ти співав. І це було настільки безоглядно щиро, що я просто хочу сказати тобі дякую за це. Серега, тобі слово. Влад, як білорус білоруса, я дуже добре розумію, що саме ти хотів сказати нам цієї постановки. Даже если нам отключат электричество, мы не пропадем. Игра стоит свеч. А вообще, ты, Владислав, оправдываешь свое имя. Владислав, владеющий славой. Причем слава — это имя существительное, а не имя собственное, как могли бы подумать некоторые члены жюри. Браво, Курасов. Дякую. Ёлочка, что ты скажешь? Очень правильная песня. Именно этой песней и надо было заканчивать сегодняшний эфир. Поэтому я говорю огромное спасибо Игорю за выбор песни. Огромное. И огромное тебе спасибо, Влад, за такое исполнение. Ты действительно не зря остался с нами. Вот. И я надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Правда. Спасибо тебе большое. Дякую, Елочка. Сергею. У меня осталось двойственное ощущение от исполнения. Несомненно, очень интересно решена эта композиция была. Там изменена была мелодия кое-где. Может быть, в угоду вот этой вокализации Владислава был мощный бэк-вокал. Мы-то эту песню знаем в другой версии, в оригинальной «Битлз», она там звучит иначе. Но если это сделано как гимн свету, тогда там должна быть еще кода очень мощная. Тогда не надо было обрывать это на полуслове, как бы вот просто встал, и все. Там нужна еще была кода по этой драматургии, если вот такая задумка. Так получилось, что песню оборвали, и как будто мы не дослушали какого-то финала. Зато есть время для ваших комментариев, Сергей Васильевич. Исполнено достойно, очень здорово, но впечатление неполное, потому что песня как будто как-то обрезана, как-то купирована, изменена. Что-то там не хватило драматургически и режиссерски. Надо подумать. Дякую. Игорю, слухаємо тебе. Я не згоден з Сосвітовим, якраз по-серйозному не згоден, тому що драматургічно це було правильно. Наймолодший учасник нашого шоу Влад Курасов все-таки сумнівається. Він каже, що так повинно бути, але він не Бог, він не месія, і він не може давати коду вокальну, сильну, в кінці, що так буде, тому що не все в його руках, і не все в наших руках, а все воля, на все воля Божа. Влад, це був дуже класний кінець, закінчення цього шоу. Влад,
Владе, я дуже хочу, щоб за тиждень ти стояв переді мною на цій сцені. Дякую. Будь ласка, голосуйте. Дякую. Владе, я знаю, як сильно ти хвилювався перед початком сьогоднішнього шоу. І мені дуже хочеться, щоб більше сьогодні тобі не довелося хвилюватися. Лише вам, шановні глядачі, по силах це зробити. Потрібно для цього небагато. Ви ж знаєте, просто телефонуйте за номером 0900 102 010 та надсилайте смс з кодом 10 на номер 7766. Якщо вашої підтримки і ваших голосів...